Уважаемые телезрители, мы находимся на исток реки Волги. За мной старейшая церковь из кирпича. И мы сейчас после долгого путь к вершине дерева, в общем, не смогли собраться высоко-высоко и находить, что нам нужно было найти. Вот решили это оставить тут на память. Значит, мы тоже точно сюда вернемся. И сейчас нам необходимо уже вернуться к байкам, чтобы ехать в кроме. Ну как тебе ужин, Джонас? Прекрасно. Как они там называются? Крутон или как? Крутон. О, хорошо. Крутон. А главное, какой вкус приобретают эти сухари? Он же совершенно другой, да? Прям вот когда ты голодный. Он же совершенно другой, а сейчас... Не-не, он есть, просто ты теряешь вкус. А когда ты голодный и не можешь нигде поесть, дальше наслаждаешься просто кусочком. И это становится что-то божественное. Согласен. Прям сразу просыпаемся, воды выпили, зубы почистили и погнали. Да. И просыпаться в дороге. Подожди. Чё такое? А я-то думал, что везде во ржев на пружинах спят. В смысле, а у меня не пружины? У тебя не пружины тоже? Мне кажется, одинаковые, нет. Хрен его знаю, попробуй. Интересно. У меня прям на каждом. О, да. Да, у меня точно по-царски. Слушай, а мне кажется, знаешь, что может быть просто проложено сверху на матрасе, у меня какая-то еще штука, чуть-чуть прослоечка. Вот в этом может типа быть. Разница, да. Вот, насчет спалось, знаешь, такой эффект. Сейчас я туда поставлю. Очень было жарко. То есть, видимо, из-за того, что мы вчера промерзли. Может быть, да, но я прям понял, что в какой-то момент все, ты уже, как сказать, отвалился, а я вообще лежал, думаю, ну ладно, сейчас хоть просто полежу. Вот, мне это казалось просто какой-то бесконечностью. Потом у меня была чуть-чуть паника, я такой, типа, знаешь, такой думаю, так, а где ключ? Где ключ? А вот, это я сделал вот это вот, и я просто лежал такой, перебирался, и потом такой, вот сейчас я сегодня проснулся, пока ты в душу был, сходил, я ключ проверил, такой типа, да, здесь лежит. Все, это уже пройденный этап, да. Я как особенный любитель попотеть ногами. Мне моя любимая жена сделала вот так. Принесла талька, сказал, ну вот, Маш, должно помочь. Месяц уже проверяю, мне нравится. Слушай, я вообще думал, что будет более светло. Я тоже. Делать тест экипировки. Да? Можно, надо было созваниваться с разными брендами, ага. И им сказать, ребятушки, ну, сейчас по-честному. Будьте добры. Что у вас там? На какую погоду у вас ваша куртка рассчитана? Потому что с учетом погоды, мне кажется, мы больше байкера не увидим. Ну вот. Ну, кроме своих. Ну да, посмотрим. Сейчас может и наши начнут отваливаться. Скажут, что слышите, пацаны, мы что-то, так сказать, переоценили свои силы. Надо было небольшую равнинку сейчас где-то устраивать. Так. Too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I gotta go.
try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free. Comes with the bad. The song's never just sad. There's hope. There's a silver light. Show me my silver light. Это река Волга. Вот как красиво. Наконец. Так, и где у нас Джонас? Вот, Джонас, вот это да, в крапиве. Вот это у тебя путешествие, Джонас. Мы просто прочитали в интернете, что здесь есть какая-то древняя плотина. Вот мы ее ищем. Кажется, мы его нашли вот за тобой. Да? Да. Ну, пойдем. Нам, походу, опять перешагнут, что ли, придется. Ух ты! Только ты аккуратней. Ага. Так. Я, кстати, никогда не ходил, когда трава была по голове. Обычно по поясу говорят, да? Ага. А когда выше вот головы? Нашли. Ух ты! Древняя плотина. Древняя плотина. Видишь, опускались? Либо они рубили голову, либо это плотина. Да, действительно. Слушай, ну вообще на этом, как сказать, на этом камере не так видно, что это такое. Но вот, ага, вот он сверху штык. Вот он сверху штык. Да, и вот она перекрывала. Это в смысле речку пытались перекрыть? Это же вот то, что мы где прошли. Это вот там вот в кустах идет река. И она приходит вот сюда. А зачем ее перекрывать? Типа не гоже? Видишь, тут она течет. Тут положили почему-то кучу камней. Видишь? Да. Но при этом плотина останавливается тут. То есть она как бы дальше-то и она и течет. Ну то есть она сама нашла себе дорогу. И тут, знаешь, это могло бы быть такое, чтобы придерживает водичка. Придерживает. Ну да, плотина. Да, сейчас. Но есть плотины, которые прям там держат и пользуются водичка, а есть такие местечка, когда собирается воду, потому что тут она может собраться, угу. А дальше опасно, если она соберется. То есть она выходит на дорогу и на территорию куда-то. Ага. Поэтому ее придерживается, например, тут. Хорошо, но теория какая? Вот у нас, может быть, это и великая река Волга, но вообще она ручеек. Вообще. Мне не совсем понятно. А, подожди, мы же, значит, может быть, в этом низу, с двух сторон, может быть, раньше вообще это была река. Может быть, она как-то так шла, и потом ее как-то перегородили. Просто я тоже, когда там был, думал. Ага. То есть река, она огромная, она длиннее там 3600 с чем-то. Да. А там-то течения нету. Вода как бы стоит. Ага. Ага. Интересно. То есть не обманывает нам кто-то? Ага, везде мы ищем подвох, вообще заговор вселенского масштаба, да. Да. Как иначе. Да. Нас должны обманывать. Иначе наши жизни просят уже. Ой, так, а я еще что? Я испачкал все шнурки новые, чистейшие. Да, весь зарос. Ой, я даже тут пройти не могу. Ой, ах.
Так, ну, кстати, прикольно, что, знаешь, какая польза? Ой. Вот этот... сейчас туда спускал, я не знаю, как поднимемся. Ага. А я хотел тебе сказать про пользу, что мы в дождевиках. Я об этом думал все время и очень был рад, что я купил его. Так, я сам падаю. Фух. Так, ну лови телефон. Пишется? Да. Пишется. Ну, наверное, продолжу. Ёпры, что это такое? Какой я чистый. Нам нужно так, быть... А вообще, они горизонтально? Все, простите. Ну ладно, пофикшем. В общем, Андрюха, я сознаюсь, вот эта штука от твоего квадрокоптера. И квадрокоптер... Вот там. Сказать, мы часа... Ну вот... Два уже почти. Два искали... И правда нет вариантов. Сейчас он уже почти сел. Я не знаю, как его включить и знать какие-то звуки. Мы его видим, что где-то рядом елка с шишками прекрасная. Вот. Короче, извини, Андрюх. Зато приключения и материал набрали. Приключения и материал. На абордаж, блядь, Джонас. Тут вообще, ты знаешь, ни у кого нету, я думаю... кадров перелазить за забор в 35 лет, да, на истоке реки Волги. Я больше скажу, скорее всего, ни одного швейцарца этого не делал в истории человечества. Джонас, только, блядь, по одной причине. Забор новый, понимаешь, его только поставили. А предыдущие, как сказать, шпионы, они тут были постоянные. Уважаемые телезрители, мы находимся на истоке реки Волги. За мной старейшая церковь из кирпича. И мы сейчас после долгого путь к вершине дерева, в общем, не смогли собраться высоко-высоко и находить, что нам нужно было найти. Вот решили это оставить тут на память. Значит, мы тоже точно сюда вернемся. И сейчас нам необходимо уже вернуться к байкам, чтобы ехать к Роме. Так что увидимся позже. Si je me trompe pas, une très vieille ville, elle compte environ 24 églises. Puis on a mangé et là on s'en va vers Kimri. C'est une assez jolie ville avec une jolie rivière et plein d'églises. Tout se passe bien, il fait toujours vraiment pas très chaud. On est équipé, on fait ce qu'on peut. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята. Ну вы что, бродяги? Папин бродяга, мамин симпатяга. Ладно, местный этот. Крем-бул. Крем-сода. Есть?
Все, парни, я готов. Сейчас будем тестировать, возможно ли накормить кота деревенского вот такой вот штукой. Едой городской. Как вот зовут двух кошек? Их обычно звали... Давай отойдем. Отходим. Сечево. Я тебе говорю, они такую. Она даже не посмотрела на нее, понимаешь, что дело. О, пошло? Ну, походу, боится, да. Боится, жон. Иностранцы. Не-не, хавай. Я тут, Ром. On est arrivé à notre point final pour aujourd'hui. Deuxième jour de route pour nous. On est à Kimré. C'est une petite ville de 46 000 habitants quand même. Et c'est de nouveau au bord de la rivière. Et c'est Volga ? La Volga. Donc aujourd'hui, on était au point de naissance de la Volga, du petit ruisseau. Et là, on voit déjà que c'est nettement plus grand. On ne voyait pas grand-chose, je pense, mais... C'est pas mal. C'est toujours pas très chaud, mais c'est super. Да. Должен быть сыр, правда. Что-то я там пока дальше. Его не вижу. Все, сюрприз в центре. Ну, в общем, я хочу поднять этот бокал. Ну, наверное, вот за вас. Потому что я получил права на мотоцикл в 2017 году. То есть, значит, я с 2016 года... Уже об этом думал. Я человек достаточно медленный, ты уже наверняка заметил. Пока раскачался, в общем, права я получил, сдал, все супер. Потом вот пришлось, ну, понадобилось 4 года для того, чтобы собраться и тебе позвонить, договориться. Потому что, Рома, я, скорее всего, в 18 году или в крае в 19 году попросил. Там есть какие-то инструкторы у меня, да, Антон вообще классный мужик и так далее. Но я как-то вот то деньги не были, то что-то еще, видимо, и никак, в общем, руки до дела не дошли. В этом году я решился, мы познакомились, мы позанимались, в общем, как бы все очень здорово. У меня аж как бы жизнь даже немного изменилась, потому что я прям влился в мотоциклетную не индустрию, а мир. И мне безумно нравится кататься, мне безумно нравится с тобой заниматься, с вами общаться. В общем, за вами хочу поднять бокал, потому что вы оба главные участники в моей успех с мотоциклом. И это здорово. И очень круто, что у нас получилось так выехать. Это прям очень-очень круто. Работа, все, успел. Успех, давайте в воскресенье вечером еще. Так, в общем, доброе утро. Водичка с утра. О, какой кайф. Технология. Вот такой вот номер у нас. Люкс. Да. Лайфхакинг. On est prêt pour partir. Du coup, hier on était, jeudi on était 2, hier on était 3. Aujourd'hui il y a Anton, André, Zinaïda, Roma и где-то Таня. Вот. En scooter. On part pour la ville de Kalyazin. Je sais pas exactement pour combien de temps on en a. On part de l'hôtel. Petit hôtel sympa avec un chouette restaurant. On a bien mangé hier soir. On a bu quelques verres de vodka.
mais on est frais. Let's go. There was a time when all the world was golden, the bells would chime, and all the people walked for miles just to see, just to hear, just to know, unafraid. I'm so surprised, it's such an endless sorrow, it makes me cry, it makes me wonder how we got to today. Один из корпусов пару лет проработал. Все-таки? Да, но там были проблемы с котельной, трубы полопались. Первую зиму остальные два корпуса не пережили. А как 90-е, разруха, никто ничего вкладывать не стал. И в итоге буквально за год все размародерили. Тут все было, и скатерти, и столы, все повыносили. Кабель поотдирали, да. Прошу. Это полуостров. Вот так вот, в принципе, можно вот так вот обойти. Все уже исходило? О, конечно. Мы с песами километров по 30 проходим, как выходные. Сколько зверья тут. И лоси, и лисы, и зайцы, куницы, соболя. Медведи, и вот говорят, волки стали в этом году приходить. Угу. Но я ни следов, ни самих волков не видел. А на Мишку в феврале наткнулся на следы. Это вот на той стороне, вот там вот в глуши. Шел весь в своих мыслях на расслабоне и смотрю, медвежьи следы здоровые. Завалить половину до того, как зайдут в отель. Тогда у нас будет шанс выйти живыми. И еще. Говорят, от мюзиклов тащатся только бабы. Так вот, я тащусь от баб. А, это где? Мне кажется, что нет ремонта. На самом деле здесь все просто облупилось, за что опыта нет. Из-за температуры. Смотри, покрытие, как в больнице. Вот это такое. Не знаю, у меня в больнице были такие вот стены. Смотри, круто. Да, да, да. Я сейчас, я же снимаю тебя, сейчас я посмотрю. Так вот, это много поковырял на меня, смотри, по стенам. Ну, то есть были уже стены сделаны, готовы были. Угу. А после этого ее... Кто делает сперва стены, а потом окна? Не знаю, ты не думаешь, что, может быть, просто окна потом убрали? Ну да. Нет? А дальше будет? Ну, типа того. Тут, конечно, так площадь-то надо посмотреть тут. Срезали все, что можно было унести отсюда. Ага. Остался только тот бетон, который хотят взорвать. Нормальная история. И вот электричество, он сказал, подведено. Лапочка с собой можно было вкрутить, и все. И началась. Так. Но у меня нет лампочки проверить. Да. Да, и вот в июне знакомый мент нашел у пенсионеров. Ему 8 месяцев как раз было. Даже 7 месяцев.
Они его держали на цепи, Шинкович. Кормили не очень. Я его когда не прививку ничего не делали, уши висели. Там такая инфекция была. Тебе огромное спасибо, рад видеть тебя. Взаимно. Да, спасибо. Да. Я помню, что ты сказал по топливу. Мы выйдем из города и заправимся. Samedi, il est 16h et on est sur, je sais même pas comment ça s'appelle en français, le bateau qui transporte les voitures. Il y a les motos derrière, les voitures de l'autre côté et on va traverser la rivière d'ici quelques minutes. Tout se passe bien, il y a du soleil, il fait un peu plus chaud. On est à Rybinsk, encore au bord de la Volga. Hop là! Je m'excuse, je ne suis pas un très bon opérateur. Normalement, il faut toujours filmer en horizontal et je les fais presque toutes en verticale. C'est assez magique quoi. La musique classique, je ne sais pas si ça vient du bateau. On roule tranquille. Une fille en scooter avec nous, elle va pas très très vite, donc du coup on est vraiment easy, 80. Hop là, pas mal hein, la musique c'est pas mal, je sais pas d'où ça vient. On attend, photo de groupe. On est arrivé à Kostroma. On est arrivé il y a une heure déjà. On a eu le temps de se doucher. Là, on va souper. Ouais, vraiment super cool. La route a été splendide. Il faisait grand soleil. Pas trop froid. Maintenant, il fait à peine 8 degrés. Mais grande classe. Franchement, c'est à refaire dans quelques semaines, si on a quelques jours de beau. We'll be right back.
слез. Так, говорят, надо вот так снимать, да? Давай попробуем. О, мы приехали. Плюс тут вроде как достаточно красиво, но солнце не видно. А тут я нашел старый пожарный часть и полицейский часть. А так как в Плёсе никогда не был пожарный Каланчи, потому что невозможно с одного места, даже самого высокого, увидеть весь город. Поэтому в случае пожар команду вызывали звоном на батного колокола с ближайшей к пожару церкви. Вот какая история. Вот, значит, такая. Вот на втором этаже была полицейская часть с камерой, а внизу был пожарная часть. Вот как-то так. Там церковь, но из-за солнца плохо видно. First time, I don't always learn.